Всем здорово, дорогие друзья! Продолжаем проходить игру «Уличный гонщик». Это у нас чемпионат автомобилей СААП. И продолжаем гоняться в чемпионате. Сейчас у нас шестая трасса «Холм Монреаля». Трасса хорошая, поэтому мы ее проедем. Мне она нравится. Довольно динамичная, быстрая. Главное, чтобы много было этих... ускорений. Ускорение у машины у этой очень хорошее. Но машина очень нестабильна. В плане, если кто-то куда-то там въедет или ты въедешь, капец, она просто постоянно вертится, разворачивается и тому подобное. Погнали. И очень много прямых участков здесь. Так, максималочка у нас без ускорения 270, да? 268 падает. 268, примерно 267, может быть. Ну, мы опять же отрываемся. Я в этой, в принципе, гонке уверен. Мы ее должны взять. Удачный удар. Попробуй увернись. Оставил нам тут подарочек. Это наш подарочек. Вот о чем я и говорю. Под газом просто поворот, и она полетела. Я думаю, возьмут эту штуку. Погнали. Очень удачная. Удачные бонусы попадаются. Бля, сколько же ускорений. Еще одно. Мне везет. Сейчас до максималочки разгонимся. .304 идем. Уже не идем. Офигеть. Реально прям вот, я бы сказал, фартит. Как тебе вот это?
Офигеть, еще ускорение. Уже вон насколько оторвались по карте, если судить, а это немало. Как хорошо. Ой, как плохо. Попробуй увернись. Один там какой-то отстал прям вообще жестко. Видимо, совсем все плохо у него. Ну и на финиш мы летим на ускорении. Даже фиг знает, закончится оно... Да, оно успеет закончиться, но мы уж приедем. А вот и победитель. Перед финишем прямо. Ну и нормально. Так, на 1000 мы опережаем, поэтому, наверное, пропустим следующую лихорадку Парижа. Давай, короче, так сделаем. Если больше 1000 и 1000 и больше... Скидываем. А здесь еще набираем. Three, two, one, go! Хороший захват. Вот, нормально. А по-любому кто-нибудь выкинет какую-нибудь дрянь. Вот о чем я говорил. Любое столкновение, машина летит боком. Да, не повезло тебе. Как хорошо. Да, не успел я там бонус взять, ну ладно. Думаю, что ничего страшного. Ого. Ускорение подобрал. Ну, поехали. Да, дружок, чё-то ты на газ-то не давишь совсем.
Удачный удар. Тут на ускорении там летит. На, увернешься. Ну, ему, правда, по боку. Это чисто так. Просто лишний рейтинг набить. А, надо было тут вот на повороте закинуть. Сейчас ускорение, да, какое-нибудь включит. Удачный, да. Ох, там кого-то прижало. Кстати, хорошо поворачивает машина. Несмотря на всю такую монструозность. Ой-ой. Свинья. Опасно бодаться. Машина нестабильна. Ух, мне повезло. Ты куришь. Одни ускорения на этой машине падают сегодня. Но я не жалуюсь, это хорошо. Но вот то ускорение мне лучше, больше нравится. Ну и последний круг нам остался проехать. Попробуй увернись. Удачный удар. Ну и все.
Опять на первом месте. И, наверное, следующую гонку пропускаем. Так, да, пропускаем лондонской барьер. Нафиг нам не надо. Я думаю, вот это можно тоже, наверное, пропустить. На 200 очков там кто-то вырвался. Ну, зато ночь в Нью-Йорке мы сейчас отыграем. 3, 2, 1, go! Такая себе, конечно, трасса. Я не сказал, что она прям мне нравится. Нет, она мне больше, нет, блядь, не нравится. Мне вообще узкие трассы не сильно нравятся. Сука. Ну ладно, хоть на обум кинутые шипы нашли своего хозяина, так сказать. Ай, не попал. А жаль. А попал кто-то. Со сцеплением поворачивается жуткая просто. Очень резкая машина. Твою мать. Чуть не попал. Удачный удар.
По-любому кто-то возьмет. Как тебе вот это? Попробуй увернись. Как тебе вот это? А, не там наверху. Я-то думал, что за звуки. Как будто меня обгоняют. А я стою. Вот это. А между тем последний круг у нас идет. Ну да, очень долгая, блин, трасса такая, она на небольших скоростях, медленная, поэтому. Прямых тоже мало. А те, что есть, они короткие. Блядь. Моя же, блядь. Сам себе свинью подложил. А, похуй. А вот и победитель. Новая пари доступна. Так, и, наверное, еще успеем одну гоночку сыграть. Чтобы особо тайминг большой у нас не был. Берега Лиссабона. Кстати, хорошая трасса. И не такая долгая, поэтому, да, нормально будет. Ха, попался. Ушлепок. Здесь надо, короче... А, ну да, все нормально. Юзаем эту фигню. Аккуратненько вписываемся и полетели. Выходим и тут где-нибудь такую подлянку. Но его, правда, не развернуло. Нормально удержался. Сейчас шипов понаставим. Как тебе вот это? Нормально пролетел. Бомба не нужна нам особо. Нас никто не догоняет. И здесь такую падлу. Класс.
Да ты прям собираешь все мои, ёпты. Бонусы. Красавчик, что сказать. Так, ничего там не лежит впереди. По-любому возьмут. Великолепно, но все-таки неправильно. Хорошая работа. Так, что там? Неправильно. Вроде каких шипов нет. Так, и вот как раз последний круг, быстренько все это делаем. Даже с опережением, я думал, будет чуть больше. Займет у нас это времени. Да, если у нас еще будет попадаться постоянно ускорение. Блядь. Ой, ёб твою мать. Нет, блядь. Нет, ёб ты. Едем. Тут просто до финиша доехать. Я думаю, будет легко. А вот и победитель. Ну вот и все. Так, мы прошли за этот ролик до 13-й гонки. Идем мы на первом месте. И я думаю, что у нас еще где-то видоса 2, наверное, это все-таки будет. Вот. Ну а пока ставьте лайки, подписывайтесь на канал, не забывайте оставить комментарии и увидимся в следующих видосах и стримах. Всем пока!